Канал Научпоп представляет. Переводчик, Аводовни, редактор, Юрий Цветаев. Здравствуйте. Я разработчик игрушек. У меня есть мечта — создавать новые игрушки. И 9 лет назад я начал работать в компании по производству игрушек. Поначалу. Я предлагал начальству множество новых идей каждый день. Однако начальник всегда спрашивал, есть ли у меня данные о перспективах продаж? И говорил, что новый продукт нужно разрабатывать с учетом анализа данных. Данные. Так что я стал анализировать рыночные данные, перед тем, как думать о продукте. Но так и не смог придумать ничего нового. Мои идеи стали банальными. Новые идеи не появлялись, и я стал уставать от мыслительного процесса. Это настолько изматывало, что я стал вот таким тощим. Правда. Все вы, наверное, бывали в подобной ситуации и знаете, каково это. Начальник достал, данные достали, и вам опротивило думать обо всем этом. Я отказался от работы с данными. Моя мечта — создание новых игрушек. Поэтому теперь я черпаю новые идеи из игры Сиритори. Сегодня я хотел бы поделиться этим методом с вами. Что же такое Сиритори? Возьмем, к примеру, яблоко, слона и трубу. Это игра, в которой вы говорите слова по очереди, и каждое новое слово начинается с последней буквы предыдущего. И неважно, на английском или на японском, вы можете играть в Сиритори, как хотите. Котенок, кола, аншлаг, гребень и так далее. Появится множество случайных слов. Ваша задача — связать эти слова с тем, над чем вы работаете, и придумывать идеи. К примеру, в моем случае, раз я хочу думать об игрушках, какой может быть игрушечная кошка? Может быть, кошка, которая с высоты приземляется на лапы, сделав сальто. А что насчет колы? Ружье, стреляющее колой. В глупых идеях нет ничего страшного. Главное, чтобы они появлялись. Чем больше идей появится, тем больше шанс, что какие-то будут хорошими. К примеру, зубная щетка. Можем ли мы превратить ее в игрушку? Можно соединить щетку и гитару ей. Вот вам игрушка, с которой играешь, пока чистишь зубы. И даже те дети, которым не нравится чистить зубы, полюбят эту процедуру. Можно ли шапку превратить в игрушку? Как насчет русской рулетки, где вы поочередно надеваете шапку? И затем на ком-то неожиданно выскакивает страшное чудовище и выкрикивает «Ай!». Будет ли такая игрушка популярна на вечеринках? Идеи, которых не было, когда я изучал данные, теперь начинают появляться. Это обертка с пузырьками, в которую упаковывают хрупкие предметы, соединенные с игрушкой, сделанный муген-поп, с помощью которой можно хлопать пузырьки сколько хочется. Эта игрушка стала популярной, когда попала в магазины, и изучение рыночных данных здесь совсем ни при чем. Несмотря на то, что это просто лопающиеся пузырьки, это прекрасный способ как-то убить время. Поэтому, пожалуйста, попробуйте сами и дайте попробовать соседям в зале. Итак, вы продолжаете выдумывать бесполезные идеи, пустые идеи. Если придумывать идеи, основываясь на анализе информации и заранее ставя перед собой цель, вы будете слишком усердствовать. Вы не придумаете идею. Задавшись целью, думайте о новых идеях свободно. Словно играете в дартс с закрытыми глазами. Если вы поступите так, то обязательно попадете почти в яблочко. Как минимум один дротик попадет. И именно этот дротик вы должны выбрать, если последуете этому совету. Идея будет пользоваться спросом. И более того, она будет совершенно новой. Вот как я придумываю новые идеи. Не обязательно использовать Сиритори. Существуют и другие методы. Главное — подбирать случайные слова. Можно воспользоваться для этого словарем. Например, можно взять наугад две буквы и посмотреть на результаты. Или же можно пойти в магазин и соединять названия товаров с вашими задумками. Смысл в том, чтобы взять случайные слова, а не информацию по нужной тематике. Если последовать этому совету, то вы соберете ингредиенты для ассоциаций, создадите логические связи и произведете множество идей. Большое преимущество этого метода в том, что идет постоянный поток образов.
Потому что вы думаете об одном слове за другим. И образ предыдущего слова по-прежнему остается у вас в голове. Этот образ будет автоматически связан с будущими словами. Неосознанно найдется связь между концертом и щеткой, и между русской рулеткой и шляпой. Вы даже не будете этого осознавать. К вам могут прийти идеи, о которых вы не думали раньше. Этот метод, конечно же, не только для игрушек. Вы можете создать идеи для книг, приложений, мероприятий и других проектов. Я надеюсь, что вы все опробуете этот метод. Можно основываться и на данных. Однако, используя эту глупую игру Ситари, надеюсь, вы создадите что-то невероятное, что-то за пределами ваших мечтаний. Спасибо вам большое. Если вам было интересно, поддержите проект подпиской, лайком или комментарием. Ссылки и больше информации в описании к ролику. Спасибо, что смотрите наш канал.